О, Васька, привет. Как дела? Как живешь? Где работаешь? Живу нормально. Работаю утконосом. Кем? Утконосом. А, в зоопарке? Не, в больнице. Ты где был? Кровь сдавал. Сдал? Не-а. А чё? Да они там слишком много вопросов задают. Чья кровь, где взял, почему в ведре? Да ну их! Василий, а вы бы не могли меня пригласить и угостить бокалом красного вина? Вы знаете, в этот раз не получится. Почему? Ну, у меня в квартире не убрано. По-моему, это ничего страшного. Ну, тем более, если это ничего страшного.